Привет, ребятки, у нас впереди босс, ребята. Босс в The Old Blood. Смотрите на него. Чё, он подчиняется или нет? Непонятно. Что-то походу... Блин, я, он сейчас ее сожжет, 100%, ребят. Давай, ешь ее, ешь ее, ешь ее, давай, давай, давай! Ich krieg's dir, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt, huh? Egal. Zeit zum Fressen. Anna Picke! Вот. Не думаю, что это сработает. Голову откусил, выкинул. Что-то он голову любит, наверное. Черт. Убегаем! Как мне драться с этим? Этот, блин, монстр самый, блин, настоящий. Я, наверное, в рот ему надо стрелять. 100% уверен, что он не любит, когда ему стреляют в рот. В рот еще надо попасть. Да, я же говорил, он не любит, когда ему стреляют в рот. Чё? Серьезно, ребят, мы тут монстра пытаемся убить. Ребят, можно мы убьем монстра? Давайте вместе, ребят, я готов забыть на разногласия. Кажется, просто сейчас есть более важные дела, чем палить по друг другу. Что же делать, чем тебя брать, чувак? Так, надо что-то придумать. У меня есть только шок-хаммер с такого мощного оружия. И то не особо рабочая штука в данном случае. Не, я сражаюсь я с ним правильно. Как бы гранаты ему меньше нравились. Мне больше нравились. Я уже не знаю, что ему нравилось. Нужно оружие какое-то выбрать. Меншус. Yeah.
меня здоровье так кончится. Нет никакого секретного способа борьбы с всякими здоровыми монстрами. Черт возьми, я победил! Ну, вы знаете, забрать у Хельги папку. Я все читаю как палку. Забрать у нее палку истины. Смотрите, ребят, мы монстрягу-то взяли за рога. Открытая мерзость. Че? Что так и назовут, а, наверное, босс мерзость. Вот, еще жива. Что я скажу? Что-то написано. Записка эсэсовца археолога Рэндольфа. Вот что я сейчас видел, поверить не могу. Мы расчистили путь во внутренний склеп. Один из наших людей погиб во время взрыва. Пока остальные занимались его тем, я не смог пройти искушение, открыл ворота в склеп, несмотря на предупреждение Хельги. Мне пришлось закрыть рот тряпкой, чтобы защититься от газа. Но в нос он все равно проник, и я почувствовал жжение. Входя во внутренний склеп, я ощутил благоговенный трепет. Поразительное достижение. Такое сужение в самом центре горы. Так, нет, перед входом некий механизм. Знаем те же символы, что и на карте. Все, убили окончательно. Это серьезно, что ли? Вот так, что ли? Нет, так не... Фергюс — это пилот, с которым мы летим в начале Нью-Ода. Великое дело провернул, папку нашел. И выходит, мы теперь знаем, где комплекс черепа. Да. Он у нас в руках. Просто не верится, да? Опять же, я не могу настроить громкость ролика, потому что игра, все дело в том сне. Это что-то важное. Игра получается нормально, а ролики тихие. Я не могу это настроить, там нет таких настроек. Не время для снов, надо подумать. Вот черт. Забыл отлить перед... отлетом. А я что, на Янг твой похож, Фергюс? Твою мать. Почти у цели. Ты этого гребного монстра точно прикончил, Биджей? Но остался еще один, да покрупнее. Может, это наш последний шанс развалить нахрен эту чертову нацистскую империю? Самое время этим заняться, да? Мир рассчитывает на нас все дела. Никакого давления. Не считая того, что в моем проклятом мочевом пузыре. Этот монстр не умирает, сколько его не убивай. Только шкуры скидывает, да форму меняет. Мир на моих плечах все тяжелее. Но я попытаюсь удержать его. Последний раз. А потом смогу отдохнуть. И, скажем так, с этого момента начинается уже The New Order. Прохождение, кстати, можете посмотреть на канале. Я, наверное, оставлю ссылку даже на него, на это прохождение. И как раз у меня прям только что, ребята, установилась ПК-версия. Так что, наверное, я сниму сейчас и сравнение, и вообще все. В общем, вот игра, ребят, отписывайтесь, пишите отзывы, как вам игра. По-моему, очень круто, очень мясно. Жаль, что на консоли с вот этим девайсом хотелось бы поиграть с клавиатурой и мышью, что я сейчас и сделаю. Ребята, и это будет более быстрое прохождение, более такое, мы не будем собирать там надписи, ничего, мы просто пойдем вперед, ребята, и попытаемся просто расправиться с врагами, и, может быть, постелсить, то есть просто на ПК поиграем. Я бы хотел устроить стрим, но, к сожалению, некогда, к сожалению, я не хочу спонтанно его устраивать. В общем, если бы я мог стримить на основном канале, то я бы, может быть, и устроил стрим, но
с лайв-каналом это возни немного. В общем, спасибо за просмотр, ребят, и до следующего раза, до следующих игр. Что я буду проходить дальше, часто спрашивают после того, как я заканчиваю проходить какую-то игру, что логично. Заходите в описание к видео, ребят, и там внизу есть сайт, и там есть расписание прохождений, и все такое, там написано, какие игры будут дальше, и все такое, так что... Заходите туда, ребята, это лучше, чем спрашивать меня в комментариях. Там всегда все написано и прописано, и все так далее, и тому подобное. Спасибо, ребятки, и пока. Надеюсь, вам понравилось мое прохождение. Знаю, кому-то больше, кому-то меньше понравилось. Но я доволен. Я лично с собой доволен. Что уже хорошо. А что, пропустить ролик? Да, пожалуйста. Может быть, какой-то эпилог будет? Не, эпилога нет. Обещали два параллельных сюжета. Где два параллельных сюжета? Я не заметил никаких параллельных сюжетов, честно говоря. Мне кажется, тут один сюжет, тут реально даже особо выбрать нечего. Не заметил я параллельных сюжетов в этой игре. Что же, ребят, спасибо за просмотр снова и пока. Пока, ребята!